Столичные полицейские разбираются в гибели 5 человек, которые стали жертвами страшного ДТП. Автокатастрофа произошла на западе Москвы. На Кутузовском проспекте поздно ночью столкнулись такси и автомобиль BMW. BMW на большой скорости влетел в такси и загорелся от удара. В салоне BMW находились 4 человека, трое из них погибли. Из искореженной машины спасателям удалось вытащить девушку в тяжелом состоянии, она была госпитализирована, сейчас пострадавшая в коме. Всего же в аварии погибли 5 человек. Причины и все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.